Т сърце 4353 можно отнести к разряду как бытовых, так и профессиональных приборов. Данный прибор измеряет переменное и постоянное напряжение, переменный и постоянный ток, осуществляет замер сопротивления от 0 до 10 мегаом и конденсаторов до 500 нанофарад, определяет абсолютный уровень сигнала по напряжению переменного тока. Одним из основных достоинств стрелочного теста – это точность измерений. Поэтому до сегодняшнего времени большинство профессионалов и радиолюбителей предпочитают стрелочные тесты отечественных образцов вместо супермодных мультиметров неизвестных производителей с Востока. Не буду конкретно останавливаться на каждой позиции замера того или иного параметра, тем более, что может этот прибор далеко не новость. Селектор каналов на базе дискретного переключателя определяет допустимый диапазон каждого режима замера. Трехпозиционный кнопочный переключатель открывает доступ к замеру резисторов и конденсаторов, а также переключает переменные и постоянные измерения по току и напряжению. Автомат защиты уверенно отключает схему прибора питания в случае ошибочной установки не того диапазона в том или ином режиме измерений. А если добавить в прибор дополнительные функции, например, прозвон и устройство для проверки ПДУ, тогда и вовсе этот прибор можно отнести к классу многофункциональный. Тем более эти простейшие дополнения позволят вместить в себя столь вместительный корпус прибора. Прозвонка выполнена на базе сверхмодного излучателя звука, построенным генератором фирмы Jillwar, с добавлением в элемент корпуса дополнительных гнезд. Проверка сигнала пульта дистанционного управления выполнена по простейшей схеме на одном транзисторе с привлечением фотодиода от Batlux, ну и простого индикаторного светодиода. Если свету не позволять взаимодействовать с фотодиодом, то потребление устройства нулевое, поэтому отключать схему не обязательно. Позволить ввести в прибор корректировку новшеств дополнительных функций – это желание для тех, кому он очень дорог. Дополняя прибор теми или иными устройствами, мы только омолаживаем его и эксплуатируем с полной отдачей его возможностей.